Городской округ на 76% готов к отопительному сезону. До его старта осталось чуть больше месяца. На объектах ЖКХ продолжается профилактическая работа, направленная на то, чтобы зимний период жители округа провели в тепле и комфорте. Как к предстоящим холодам подготовилась одна из возрастных котельных, расскажет Луиза Егиазарян. Котельная на улице поселок Калинина построена в 1985 году. Она обеспечивает теплом и горячей водой 79 многоквартирных домов и 4 объекта социальной сферы. Начиная с 2010 года на объекте поэтапно проводили модернизацию. Сегодня для безаварийного отопительного сезона достаточно профилактических плановых работ. Котельная у нас достаточно хорошая, учитывая ее возраст. Вот оборудование... Все плановые экспертизы проходят. Этим летом была проведена в рамках подготовки к отопительному сезону 23-24 года опрессовка тепловой сети. По результатам опрессовки у нас выявлен худой участок один, сейчас он устранен. Объект оснащен 5 котлами. Их суммарная мощность составляет 150 гигакалорий в час. За работой оборудования круглосуточно следят сотрудники котельной. Ежедневно на смену вступают 4 оператора и мастер. Сейчас мы на данный момент обеспечиваем полностью жителей горячей водой. А уже на отопительный сезон уже будет и отопление, и горячая вода. В летней схеме работаем на паровых котлах, а уже к зиме переходим полностью на двухтипные виды котлов. Оборудование полностью готово уже к переходу на зимний период. Из 82 котельных, функционирующих на территории городского округа Люберцы, 62 готовы к осенне-зимнему периоду. Работа на остальных 20 объектах завершится до конца лета. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.